Вячеслава Белкова «100 историй о Рубцове». На основе этой книги, как продолжение этой книги, я написал свою книгу, которая называется «Легенды, были и воспоминания 21 века». Вот, собственно, я, миниатюру из которой я читаю потихонечку в проекте Анны Рюминой. Хотел бы показать вот такие книжечки. Мелкие книжечки всего Николая Рубцова, миниатюрные издания. Они все присутствуют, они все существуют. Их достаточно много, таких книжечек. И очень уникальные вещи хотел бы сейчас показать. Это, конечно, венки Николая Михайловича Рубцова, венки посвящения Рубцова. Вот первый венок. Это нижегородский венок посвящений. Станислав Першин мне послал вот в трех, так сказать, подарочных таких изданиях. Они тоже миниатюрные, они очень редки. Эти вот венки. Вот это венок Рубцова, например, 2001 года из города Сургута, который делал как раз Сергей Лагерев. И вот это более солидный уже, так сказать, венок Рубцова, переиздание. Уже, значит, где-то года, наверное, 10-го, если я не ошибаюсь. Это тоже венок Рубцова, поэту посвящается. Ну, в этой связи хотел бы, конечно, про Череповец сказать. Вот эта книга. Вот эта книга «Душа подобна звезде», она вся является посвящением Рубцову, является череповецким венком Рубцову. Но здесь есть и конкретное посвящение Николая Михайловича Рубцову, череповецких поэтов и череповецких писателей. Это, как говорится, факт, который не обсуждается, не требует никаких комментариев. Вот хотел бы показать некоторые вещи из своей коллекции. Вот это, например, Валентин Шагин, да, вот это книжная графика или экскалибрис какой-то. Вот их достаточно много, достаточно много. Здесь Николай Михайлович в различных ракурсах, видах, на различном фоне. Это, конечно, требует специальной какой-то обработки, работы специалиста какого-то. У меня в коллекции есть и документы, которые напрямую относятся к Николаю Михайловичу Рубцову. Вот я сейчас смотрю здесь, вот, например, можно просто немного пролистать это все дело. Вот это письмо Николая Рубцову от Кольки Белякова, от его приятеля, от его друга из поселка Приютино, например. Да? Вот очень интересно тем, что здесь упоминаются все друзья Рубцова приютинского периода жизни, 55-го года, он где-то около полгода жил в этом поселке Приютино. Вот эта интересная штука, это, значит, Нинель Александровна Старичкова подобрала с пола квартиры Николая Михайловича Рубцова после его, так сказать, ужасных событий, значит, января 71-го года. Это проза, кусок прозы Рубцова, она опубликована, но это подлинная машинопись прозы Рубцова. Вот насчет этого автографа Ларисы, значит, Николаевны Васильевой, я написал целую статью. Оказалось, что Ларис Николаевны Васильевых две, одна из них замечательная и известная поэтесса. Вот, я сейчас немножко о ней расскажу еще. А вторая — это просто редактор газеты, журнала «Иностранная литература». Обе не связаны с Рубцовым, обе знают друг друга. Но любопытно, вот, как бы все это дело с Николаем Михайловичем Рубцовым. С этим автором связано много достаточно ошибок. Но вот пришлось расшифровывать это все. Это какие-то прижизненные листы его, значит, вот это из какого-то журнала, видимо, «Юность» журнала, скорее всего. Это из квартиры тоже Рубцова. То есть поднято Нельсаной Старичковой. Вот картина, вот это, значит, открыточка, да, видите, такая она 50-х годов, да, дарю тому, кто дорог сердцу моему. Это не что иное, как Тая Смирнова пишет на флот Николаю Михайловичу Рубцову, такую открытку посылает, так сказать, ну, это не с признанием любви, но, по крайней мере, с признанием глубокой симпатии к поэту. Вот, интересно, вот, пожалуйста, какие-то письма Николаю Михайловичу Рубцову. Вернее, здесь даже не письма, здесь вот начинаются такие, как бы сказать, конверты от Рубцову. А что в этих конвертах было, остается загадкой. Они тоже подняты Ниной Александровной с пола, должны были быть утилизированы, но вот они как бы остались сейчас, видите, вот в руках рубцоведов. Вот эта открыточка достаточно любопытна, это почерк. И текст, значит, Виктора Петровича Астафьева, который поздравляет, значит, русского поэта, как он пишет, желает ему русских стихов. Николая Михайловича Рубцова там, с чем он поздравляет, с Новым годом и с чем он там, какая-то такая поздравительная открытка. Но вот это показывает уважительное отношение какое-то, да. Вот еще посмотрите, какие-то, значит, опять же, конверты.
Вот это какая-то фотография дома, видимо, где, который был дорог Николаю Михайловичу Рубцову. Еще раз конверты, еще раз конверты. Я хочу сказать, это только малая часть того, что есть и у меня, в общем-то говоря, но это ничто по сравнению с тем, что вы можете увидеть в доме и в коллекции Сергея Александровича Дмитриева, замечательного череповецкого барда, коллекционера, который хочет, чтобы все рубцовское наследие было сосредоточено не где-нибудь там за границей или в Москве, в Санкт-Петербурге, а именно в городе Череповце. По крайней мере, не ушло бы из Вологодской области. Он этому, конечно, посвящает много сил, много средств. И я надеюсь, что значит, вот наш следующий сюжет будет как раз в гостях. Мы поговорим с Сергеем Александровичем Дмитриевым о его коллекции, о проблемах рубцоведения, о том, как мы, в конце концов, любим творчество Николая Михайловича Рубцова. Спасибо.